33%! Какого черта? Кто это залетел? Сволочь будет просто портить нам сегодня весь ролик. Я вот прям вангую, что этот ублюдок сейчас победит. Ну! Раз. Всем привет, дорогие друзья. С вами канал TopDot от сайта dotamix.com. Сейчас мы будем его ограбливать. Ну, в общем, сейчас посмотрим, что да как. А, тут новый дизайн. Как вы видите, ничего привычного не осталось. Какой-то непонятный черный сайт. Вообще, что это тут творится? Бесплатный режим. Покажем вам его. И потом пойдем уже на наши привычные моды, на которых мы сливаем или поднимаемся. Как видите, я тут уже каждый день почти что катаю. И пока что больше 300 бонусов мне ничего не падало. И 1000 бонусов подъехало, ну неплохо. Просто жмакаем, и вам какая-то рандомная плюшечка выдается. В данном случае это 1000 бонусов, что равно 10 рублям. Ну, на халяву пойдет. Начнем со спиннинга, как обычно. Не особо люблю этот режим, на самом деле, но поиграть можно. Поиграть, попробовать, потестить. Для разминочки, так сказать. Кстати, чтобы вы знали, все, что мы выиграем сегодня, мы разыграем. Я не знаю, сколько. Ну вот, если мы по рублю будем выигрывать, то, конечно, много мы не разыграем. Но если там на джекпоте нам заедет там какая-нибудь аркана, то, конечно же, мы ее разыграем. Это было бы очень даже круто. Поэтому досматривайте до конца. Заговариваться уже начал. И ставьте лайки там, комментарии пишите на канал, подписывайтесь. Опа, 20 вещей случайные, ну нормально. Так, вот вещь на 1 рубль, хорошо. Ладно, давайте еще пару раз крутанем, да и свалим. Так, 10 рублей на кону, о боже, аркана нет. Ну ладно, ставка 1.5, в принципе, я доволен. Доволен, 15 рубасиков мы подняли. Давайте на текис зайдем, на текис пару раз что-нибудь повзрываем и свалим на джекпот. Потому что джекпот это, по-моему, самый топовый режим, который вообще бывает. Я вот как раз вот так хотел пройтись, ну серьезно, ну что это такое? Ну давайте еще, давайте, чуть-чуть. Оп. Ай, до конца хочется? Что ж происходит? Ну давай! Да ну нахер! Почему? Вы видели? Я прям, последнее. Ну что ж такое? Можно, конечно, сказать, что я жадный ублюдок, мог бы забрать уже, но нет. С какого черта я должен забирать, если я могу до конца дойти? Правильно? Ой, хорошо! 58,5 рублей заехало в копилочку. Нормально. Такое вот мне нравится. Давай сейчас побольше даже поставим. Ой, 17 рублей, мне кажется, я прямо сейчас здесь горю. Ну, да, я экстрасенс. Да. Блин, помню, вот эта вот рарочка стоила когда-то солидную сумму денег. Можно было до шара купить. Что это? Ну какого? Да хватит, алё! dotamix.com, вы что творите? Я сейчас все, что выиграл, все эти 58 рублей, которые за одну ставочку заехали, они сейчас я очутятся где-нибудь в кармане у админа. Ну все, я понял. Погнали на джекпот. На джекпоте всегда весело. Вот серьезно, джекпот это то, что нужно. Давайте начнем с чего-нибудь лайтовенького. Вот с такого. Но сразу доминировать надо, в самый верх. Так, какой-то черт нас перегнал. Надо доминировать. Доминируем 2 рублями. Поехали. Ну, просто, чтобы он понимал, что здесь вообще происходит. Опа, пошло. Что? 46, господи. Так, надо уже. Впрягаться. Я слово уже забыл. Так, ну у меня 74%. Вот все время, когда у тебя 74%, ты нахрен сливаешь и забирает все какой-то просто ублюдок, у которого 1.5%. Вот это вот очень обидно на этом режиме. Ладно, окей, 208 рублей, из них 150 моих. Нормальные риски такие, да, оправданные, в скобках нет. Ну, все, ой, ну хорошо. 50 рублей на шару забрал, нормально. Такое меня устраивает. Так, ребята, что-то ставки какие-то вообще детские, я не знаю, ну что это такое, 44 рубля, надо показать им, что такое нормальные ставки. Ой, а кто-то уже показал. Кто-то уже показал. Окей, давайте, поехали. По-моему, все. По-моему, это габелла, как говорится. Ну, 30%, в принципе, нормально, но что-то мне это не нравится, как-то все слишком жестко, быстро. Залили, я не успел сообразить. Ну прокручивайся же ты, скотина. Что ж такое? Ну, я, конечно, не расист, но вот этот парень меня просто бесит. Не придумал Женя. Ох ты ж мразь. Пиздец. Мы вчера играли с Энтони Шоу на Дотамиксе, и просто какие-то два ублюдка делили все выигрыши между собой. Просто брали и все забирали. Вот мне кажется, что вот этот вот, это новый злодей, антигерой наш. Оу!
Чё за херня? Какого? Чё произошло? Какой-то чертяка залил на 450 рублей ВЗЗ долбанный, В3-3. Я его ВЗЗ называю, потому что я долбанутый. Какого? 450 рублей? Ещё и на самом, просто, на самом конце. Блин. Ну, я был близко к победе. Вот кто тут мог его вздрючить, так это я. Потому что я был близко. Но да, сосалите. Не, ну такие, конечно, топеры меня бесят. Потому что у меня предметов очень много дешевых. И пока я все выделю, я просто охренею. Вот в этом на самом деле проблема. В этом проблема быть бомжом. Потому что у тебя 1200 рублей, но это 1200 рублей раскидано на 1200 предметов. И даже all-in нельзя поставить, потому что их слишком много. 72 рубля, поехали. Ой-ой-ой, а тут ставочки-то уже нормальные, ё-моё. Понял, понял вас, понял. Да чё нахрен происходит? А, не, всё, это моя просто не засчитала. Всё, у меня 58%, нормально. Нормально, нормально, нормально. Надеюсь, сейчас никакая скотина не залетит. Всё, отстаньте. 42%, ну это достаточно так до хрена, скажите. А сколько я до этого выиграл? 200 рублей, ну блин. Чё-то мне пока не нравится наше катание. Так, всё, хватит, пожалуйста, блядь. Нет! Какого? Ублюдок, 20 тысяч бонусов в самом конце. Фу, ребят, ну что-то такой себе дотамикс сегодня пока что получается. Даже не знаю, что я буду разыгрывать. Походу 1 рубль, как обычно на дотамиксе мы разыгрываем. Сейчас на 10 секундах влетит какой-то поц. И это буду я. А, нет, там уже кто-то влетел. Блядь. Что делать? Выделяйся, выделяйся. Какая не принята, да какого черта? Почему? Ну, с 13% я не знаю, что мне тут ловить. Да, 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 сосалите. Какой-то тигрило затащил. Так, 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 так. Еще 6 рублей. Надо все время как-то поддерживать, чтобы видно было, что игра идет. Живая, живая игра. Вот, вот, пошла живая игра. 14 рублей залетело. Вот сейчас какая-нибудь, вот скотина, давай, давай. На 10 секундах, кто? Вот, вот почему? Как он поставил на 8 секундах? Женя! А-а-а! Как эти ублюдки поставили на 5 секундах, если у меня не получалось? Что это за дискриминация такая? Что не так с этим миром? И, конечно же, я... Ладно, ребята, не бомбим. Самое главное, гореть не нужно. 192 рубля. Поехали. Вот, вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас я должен выиграть. Если я сейчас не выиграю, то это просто какая-то дичь. Ну, 469 рублей. Она крутится вообще будет, алё? Алё, чё это за херня? Хлоу? Дота Микс, раскручивайся, что это такое? Алё? Всё нормально вообще, нет? Как дела? Вот что, что сейчас творится? Вы можете мне кто-нибудь объяснить? Я не знаю. Кто выиграл? Чё за херня? Как это произошло? Какой-то вообще поц на 12% все забрал, залагало. О, господи. Я просто не знаю, что тут сказать. Ну, по кайфу играем, прям вообще, как надо. Как надо играем. Отличный дотамикс сегодня получается. Ну, поехали. У меня все время самые топовые шансы, ну или одни из самых топовых. Ну, практически все время, ладно. И все время я что-то посасываю. Окей, 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 окей. Вот какими вообще пальцами надо обладать, чтобы вот это все проклацать, когда оно еще лагает, господи. Фух, 44%. Так, давайте. Нет, идите нахер. Да идите ж вы в шопу. Как вы на 7 секундах ставите, что с вами не так? Вы, блин, вообще откуда? Как у вас это получается? Ну, на канале Доктор Харон новое видео. Вот и бесплатная реклама подъехала. Найс. Нет, ну хватит, господи, ну за что? Я сегодня выиграю вообще когда-нибудь 550 рублей, в который раз я уже сливаю. А сейчас мы должны победить, просто, ну, по закону вероятности мы не можем как бы лососировать так часто. Ну, так много и так часто. Ладно, на самом деле этот закон не так работает, окей. А то кто-нибудь сейчас скажет в комментах, что я даунич, нет. Но, блин, ну хотелось бы, чтобы нельзя было лососировать 10 тысяч раз подряд. Я вот сейчас проявляю свои серьезные намерения и хочу потом сделать вот так просто, выбрать все. Блять, все равно максимальное. У меня уже предметы по 2 рубля остались. Если я их все буду вот так выделять по одному, я охерею просто. Мне интересно, сколько здесь... Во, могу. Поехали. 93%, ребята. Я заалынил, можно сказать, 90%.
Вот если я не выиграю на 90%, то я просто не знаю, как выиграть на этом сраном джекпоте. Он меня просто выводит из себя. Я не знаю, что с ним делать, я не понимаю. Это какая-то дичь диковинная. 89%, хорошо. Давай сейчас кто-нибудь вольет столько же, сколько я. У меня будет 50%, и я все затащу. Согласны? 33%! Какого черта? Кто это залетел? Это опять этот не придумал Женя. Я же сказал, что эта сволочь будет просто портить нам сегодня весь ролик. Я вот прям вангую, что этот ублюдок сейчас победит. Ну нет! Ну нет! Ребят, чтоб вы понимали, у нас осталось 48 рублей. 48 рублей. У нас было 1000 с чем-то рублей, осталось 48 рублей. Я не знаю, как это произошло, почему здесь какие-то чуваки непонятные пришли, почему они начали ставить на последних секундах по 400 рублей, но факт остается фактом, мы жестко лососнули. Ну и как вы понимаете, разыгрывать нам нечего. Да, 24 предмета последних на 47 рублей. Вот это предметы, я понимаю. 6,4%. Ну ладно, ребят, может я сейчас победю, выиграю, побежду. 730 рублей, ребята, на 6,4%. Давайте. С 6% выигрываем 700 рублей. Как поднять 700 рублей за 40? Ну, гайд. Ну же, ну же. Да, не получилось. Ладно, ребята, это самый бомжарский Dotamix, просто самый сливочный, не знаю, Dotamix из всех, которые были. Поэтому, если хотите меня поддержать, можете заходить по вот этой ссылке в описании, если вы будете играть на Dotamix и что-нибудь туда закидывать, какие-то вещи. Мне хотя бы 5% или сколько там будет с этого идти, и будет что-то на следующий ролик накапает. Поэтому, да, если хотите, можете меня поддержать. Ну и спасибо за просмотр, возможно, в следующий раз мы выиграем поболее, потому что сейчас мне что-то Dotamix вообще не понравился, как-то не зашло. Возможно, вам повезет больше. Все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока.